안녕하세요. 오늘은 화요일 아침입니다. 아침 아니고 점심. 네, 오늘 여건이가 푹 자고 다음에 우리 어디 갈까 말까 생각하다가 너 마이크를 안 잡고 있지? 뭐 가끔 진짜 잡고 있어서 나 좀 안 틀릴 때 안 틀려 목소리. 그래서 생각하다가 어디 체험배 때 갈까, 기도를 탈까, 뭐 수련하러 갈까 많이 생각했는데 근데 결국은 어디 시장 갑니다. 시장에 가요. 아니 수련 어시가 없어서 저희 근데 그거 제 옷 아닌가요? 아 잠깐만, 우리 수련을 왜 못 갔는지는 알려줘야지. 첫 번째는 수련 어시가 없어요. 아직 안 샀어요. 작년에는 우리 그냥 티셔츠 입고 갔잖아. 수련 어시는 사야지. 두 번째는 오늘 저녁에 부모님이랑 제가 같이 먹을 약속이가 있으니까 또 뭐 오래간 수련을 못 해요. 그렇죠? 그렇죠. 오늘 고기 약속이 있습니다. 네, 고기 약속. 야 루블루미아샤. 그래서 수연 다음 주에 갈 거야. 그쵸? 워터 파크? 생각해 볼게요. 여러분, 더 웃긴 건 저거 제 옷이에요. 아직 한 번도 안 입었는데, 지가 입었어요. да, вот эта футболочка. Юнсоба, он очень невнимательно заказал. Вот представляете, вот это XL. То есть он просто... Он просто заказал футболку, которая не свободного кроя, а знаете, который вот прям вот прям по размеру, Вот это вот типа японский какой-то бренд, который прям вот по размеру должен быть. Поэтому он, когда его одевает, не вот так вот свободно, как он любит, а прям в облипочку ему. А в итоге я забрала эту футболку, говорю, ну давай я буду носить. Вот представляете, я ношу XL, вот это XL. У нас такие футболки, которые мы в других магазинах, это M-ки такого размера, а это XL-ка. Вот, так что вот так вот. А, надеюсь, на следующей неделе мы доберемся до аквапарка, раз на этой не получилось. Потому что, конечно, жарко и хочется купаться. Или, может быть, не в аквапарк, а может быть, даже в горы. На горную реку. Там машина едет. Ну, а погода, конечно, да, прекрасно. Солнце. Намалевали солнечным кремом. Без него никуда. Иначе вся кожа лица сгорит. И не только лица, и руки тоже. Вот, и сейчас идем посмотрим. Мы на этот рынок еще ни разу не ходили. Вроде он большой. Посмотрим, что там есть. Что там может быть из того, что можно перекусить. О! Боя? А сейчас? О, муроба? Сейчас он спросит. Сейчас? Вот. Поэтому посмотрим. Может, можно и, знаете, на рынках всегда есть что-нибудь типа стритфуд. Что-нибудь перекусить и вообще зашли по дороге в нашу любимую кафешку взять лимонад из грейпфрута. И здесь кошечка нас встречает, та самая. Ням. Наблюдает, сидит за людьми. Такая прелесть вообще, зайка. Готово. Каждый раз, когда мы сюда приходим, в эту кафешку, постоянно прям кошки липнем. Айгу, эпусо, мусонго, пса. Кичанга. Вадо. Мусонго, пода, кичанга. Катя. Что? Чуть не забыла. Аньян, там я поджан. Ну, ирими будет. А, чокоми. Да, камогос.
прошлый раз спрашивали, что как бы значит это имя кошки. Это маленькая, то есть это такое миленькое название маленькой, что типа малышка, малюсенька, ты моя и тому подобное. Вот, мы взяли чамонаиду. 한국에서만 가능한 이 선풍기입니다. Ну не только еще вентиляторы, а вообще вот видите, здесь магазин LG, они продают разную технику. И им привезли новую продукцию, вот они еще не разобрали, не разгрузили, и вот так вот просто стоит на улице в коробках новые вентиляторы. И, естественно, никто это не украдет, не возьмет, не убежит, так же, как и, в принципе, все остальное, вот вы видите на улице. Или вот магазин тоже кухонной утвари, и тоже, видите, все стоит вот так вот на улице, на прилавках. Мы дошли, и начиная с вот этого входа уже идут всякие рыночные палатки. И просто вот такие магазинчики, и вот туда уже, видите, туда уже дальше идут рыночные палатки. Посмотрим, что здесь есть. А? Он уже что-то нашел вкусненькое. Напоминает, знаете, такой маленький мёндон или хонде. Ну, наверное, на мёндон больше похоже. То есть очень много всяких разных магазинчиков собрано в одном месте, плюс еще рыночные развалы. В общем, мы тут шли-шли и увидели японский ресторан. Вот он здесь, с японской едой. Мы очень любим вот эту гречневую лапшу японскую, соба. Ее макаешь в соус, очень вкусно. Я говорю, давай, давай, макча. Хана мо мо? Хананен. А кроме тонкасу вообще макча. Тонкасу это нам хане. Здесь вот такое вот меню. Хана-хана, хана-хана. Мы получили чек, номерок, сейчас сделают. Это очень вкусно. Соба가 엄청 맛있어. 저기는 뭐야? 육대비 참기. 어디? 가이소 같은 느낌. 그러네. 그러네. Это моё. Это Йон Соба. Обалдеть, какая вкуснятина. Вот так вот сбоку васаби. Для того, чтобы человек индивидуально, сколько ему нужно, вот отсюда вот положил в водичку и размешал. Ну, я, наверное, все туда положу. Я люблю, чтобы было много васаби. Приятного аппетита. Чай мой вкусный. Вот мы уже зашли прям на сам рынок. Здесь вот разные панчаны, закуски продают. С этой стороны морепродукты. Овощи. И все тому подобное. Обмен. Рисовые пирожки, всякие разные, с разными начинками, разной консистенции. Это зазывалы, так кричат. Говорят, что вот у нас за 3 штучки того-то отдадим за столько-то, за 4 за столько-то. В общем, рассказывают о их распродажах. Ебая. Уже очень много курасы. Очень много курасы. 쉬는 날은 쉬라고 있는 건데 왜 더 힘들죠? 맞아. 이해가 안 돼. 아니 더우니까 또 힘들어. 밥도 맛있게 먹었어. 그래도 더우니까 냉면하고 냉면이 맛있어. 아 맛있게 먹었다. 너 뭐 уже почти пришли домой? Поэтому сейчас придем домой. 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 Домой то. Домой. Домой. Джибро. Домой мой. Вот. Я люблю домой. Сплотнемся и немножечко отдохнем перед встречей. Кстати, сегодня Чамгаман
Мама сегодня чукахаджа. Да. Сегодня день рождения моей мамы, моей любимой мамули. Вот, поэтому мы ее очень-очень сильно поздравляем. Надо идти. Бати. И чего рису? С днем рождения. С днем. Рождения. Здравствуйте. Рождение. Ластине. Да. Надо идти. С днем рождения. Мама. Вот, так что давайте, да. Она смотрит тоже YouTube канал, и она, и папа у меня смотрят YouTube канал, поэтому я думаю, ей будет очень приятно, если вы тоже оставите поздравление ей в комментариях, она почитает с удовольствием. У нас, кстати, с ней вдвоем 9 числа, да, только у нее в июле, а у меня в марте, так что мы с ней вдвоем 9 числа родились. Все, почти пришли домой. Пока.